35 медалей высшей пробы выиграли дагестанцы на открытом Кубке мира по смешанным боевым искусствам «Ориентал». Турнир проходил в Туапсе Краснодарского края. Около 500 спортсменов из 14 регионов России и стран ближнего зарубежья боролись за звание лучшего в 5 дисциплинах. В общей сложности команда из Дагестана выиграла около 60 медалей разного достоинства. В командном зачете наша сборная под руководством Бадави Гасанова стала первой, обойдя по количеству наград спортсменов из Белгородской области и Республики Удмуртия. К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Алим Рашидов, Рустам Кухмазов, Эйнар Экберов, Абдулла Абдулаев, Хасбулат Магомедов, Рустам Меджидов и Руслан Абдулаев.